Да, когда говоришь о главном, то преувеличивать просто ни к чему. Послушай, едва ли что-то еще нас наполняет так же, как это делает оно. Счастье. У каждого такое свое, разное. И если видишь кого-то, кто бежит по улицам города с улыбкой, или покупает цветы на последнее, идет пешком, потому что опоздал на последний маршрут, знай, они обрели настоящий смысл. Я решил записать это, потому что, как и миллионы других, уже отчаялся. Думал, бред, слова. А вот теперь ни в одном вагоне метро без мысли о ней мне не найти себе места. Временно, скажете вы. Вся жизнь временна. И если ради чего и стоит жить, так это ради чувств. Где вы сейчас? Может быть, в офисе? Может, пытаетесь забыться, а может быть, вы просто не там и не с теми? Что бы ни происходило с вами, не закрывайте свое сердце. Ищите ее. Или позвольте ей найти вас. Найдя, не отпускайте. Будьте готовы на любое безумие. И если после ссоры отпустили на самолет, вам стоит выйти на взлетную. Вне моды, вне времени и вне устоев. Ищите любовь.